Привет, народ. Мы, естественно, в лесу, как всегда. В принципе, как обычно, да? Вот. Говорите, что Саян совсем бесполезный. Ну, не все, некоторые. Вот он, Саян. Пожалуйста. Видите, да? Видите, да? Что, хотите сказать, просто так он здесь? Нет. О, деревце какое хорошее. Видите? Ну, в каких-то моментах, да, я согласен. Нужно совпасть созвездию там какой-нибудь фигни. С каким-нибудь другим созвездием. С полнолунием, допустим. Чтоб Саян что-то нашел. Вот, в доказательство, что куница здесь, она вероятнее всего здесь. Видите, да? Это черные пятнышки, это пасорг. Но самый прикол в том, что у меня нет ни дымилки, ни удочки, ни топора. Ничего с собой нет. А дупло высоко. Ну, куница здесь, это прям к бабке не ходи. Да, Саян? Здесь она, Саян? Видно. Вот, наверное, видно окошечко, да? Вот, свалено. А дупло у нас вон где. Вот тут вот где. Вот. Как-то сейчас что-то нужно будет делать. Куница по-любому тут. Вот. Харза у нас 1300. Сейчас фонарик выключу. Харза у нас 1300. Вот, 1250 уже. Гоняет лесу. Вот сколько они мотанули уже мне. Видите, да? Вот харза за лесой ушла. Практически сразу. Саян, здесь ведь может быть дупло, страсть какое. Но сейчас что-то нужно будет делать. Вот реакция Саяна, видите? Голоса ноль. Лает только на глаз. Поэтому вот как-то так у нас. Может, здесь пониже есть дупло. А, ну, нет. Ниже дупла нет. Думал, дупло. Ну, нечего соловья баснями кормить. Нужно палку какую-то. И стучать больше я не знаю, что делать. Вот так. Ну, куница здесь. Я прямо в этом уверен. А, вот дупло есть. Вот дупло есть. Вот. Ну, с этим-то мы сейчас что-нибудь придумаем. Все, сейчас выгоню тогда, буду включаться. Вот. Видите? А вы говорите, Саяна к стене. Нет, Саяна к стене не нужен. Он иногда выручает в такие моменты, когда даже не думаешь. Достаем. Ну, куница здесь однозначно, потому что я даже сейчас стукнул, она там шебуршит внутри. Ой, Саян, гол. Давай, давай, хорошо, хорошо. Хорошо, давай, давай. Давай, Саян, хорошо. Хорошо, голос, давай, давай, голос. И все. Лай, лай, лай. Голос, Саян, голос. Ты уж муж вылезал там, где? Ну нет, пока не вылезал. Слышит просто. Вот реакция. Видите, голос нет у него здесь. Для этого я вторую лайку завел. С голосом. А у Саян голос нет.
Не знаю, есть дупло, не знаю, нет. Еще одна. Ну вот, похоже на дупло. Хорошо, Саент, хорошо. Давай, милок мой, давай. Хорошо, хорошо, хорошо. Услышал, услышал. Так, на что же мне сейчас? Я думаю, что с этого дупла вылезет. Хорошо, малыш, ну хорошо. Можно прутом пошурудить, конечно. Блин, хочу поставить на чем-нибудь телефон. Ай, блин. Хочется мне, чтобы снялось все. Если что, потом обрежем. Давай, Саян, хорошо, хорошо, хорошо. Следа вообще ни одного нет, одна пасорка кругом. Блин, вот это еще стоит, мешается. Видно будет. Как раз за этой фигней. Давай, Саян, хорошо, хорошо. Тут-то, тут-то. Тут-то. Тут-то, милый мой, тут-то. Блин. Ну, сейчас замудрю что-нибудь. Ну, что-то как-то вот намудрил. Будет видно, не будет, не знаю. Зубы не ломай. Вылазил вниз вон с верхним самым, где сучок с дупла. Не знаю, видно его, не видно. Выглядывал. Вот как раз его-то не видно, блин. Вот с этого дупла вот вылазил. Я видел, выглядывал. Корза 528 гоняет лесу. Иди с этой стороны, иди.
шебуршит, слышно. Блин, пруд такой. Сейчас корза услышит, придет. На халяву. В принципе, здесь эту щель я могу сломать. Но я не буду ее ломать, потому что дупло будет кормить. Как вот, круто. Корза даже не думает сюда идти, 650 опять закрутил. Стоян, она еще выше. Вылазь, вылазь. Ладно, стой, вот. Высоко, высоко будем вылезать. Вот сандалит. Ребят, хочу быстрее взять ее, потому что сейчас харза, если услышит, придет, она же не даст ему добром пощипать ее. А, хотя харза 970. Ну вот Саян, видите, в чем-то все равно себя проявляет. Ну вот, Новый год открыли. Небольшая кошка, наверное. Опять замучились кошки. Почему бы не быть коту? Да какому-нибудь помесистей бы. Ладно, ребятки. А, упал, упал. Поймал, Саян, поймал, молодец. Еще бы она сейчас не залезла от него. Свалилась. Саян, только не зарви, малыш. Ты будешь сейчас... Лови, 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 лови. Не совсем уж он и бесполезен, наш Саян.
А вон харза уж часа полтора гоняет лесу. Саян, опять за жопу берешь. Сколько учи, не учи тебя, ты бестолковый. Да, кошечка. Все, все, спокойно. Спокойно. Саян, хвост не трогай вообще никогда. Саян. Окрысилась как на нем. Саян, все, малыш, давай, добирай. Добирай, малыш, добирай. Спокойно. Саян, не рви только. Саян, за хвост отпусти. Все, все. Выпад делать. Саян, все. Все, Саян, все. Саян, как ты долго, страх. Харза давно бы задавил уже. Все. Все, Саян, все. Всю ты исщипал ее, всю исщипал. Все, да, я возьму ее сам тогда. Фу! Все, брось, брось, брось. Все, брось. Брось, все, брось. Саян, брось! Как змея кидается, да? Так, ладно, не будем мучить, добирай. Вот, ребят, кошечка. Жалко, конечно, не спорю. Саян измочил ее все. Вот, ну куда деваться? Выбирать нам не приходится особо. Сейчас, если ее не взять, Саян вообще бы сказал, да нахер они мне нужны. Он и так уже от них отказывается. Харзу вообще не пойму. Не знаю, видно было, не знаю, нет. Выглядывал вот из этого дупла, а вылезло, короче, вот где вот этот сучок вот из этого. Посмотрим потом тогда. Ну все, мужики, пока. Всех с Новым годом. Ну вот напоследок. Первый в этом году. Все, малыш, все, все, Саян, все, брось, все, брось. В лесу поднял. Вот зайчишка. Все, можно домой.